Много вопросов поступает властям от родственников мобилизованных россиян. Один из самых главных – поддержка семей, проводивших кормильцев на передовую. На этой неделе президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил обратить на это особое внимание. Также поручаю главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтерами взять под контроль оказание всесторонней поддержки теми, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации. Детям, родителям, женам, близким людям всех наших защитников. Данный вопрос взять на отдельный контроль руководством региона. Поручения по исполнению указа президента должны выполняться на местах неукоснительно и максимально оперативно, подчеркнул Алексей Русских. Также глава региона поручил усилить охрану общественной безопасности и защиту граждан от чрезвычайных ситуаций. На оперштабе сосредоточились и на поддержке экономики. Необходимо поддерживать экономику региона. Экономику региона, ну, в первую очередь, естественно, предприятие оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет сейчас заказы уже там в две, кое-где и в три смены уже планируется, значит, открытие производства. В первую очередь поддерживаем, значит, предприятие ОПК. Ну, естественно, мы смотрим на то, чтобы предприятия наши, которые являются хребтом экономики региона, чтобы они все работали. Необходимо внимательно следить, и мы такие меры уже начали принимать. Также губернатор акцентировал внимание на обеспечении продовольственной безопасности. Поручил профильному министерству вести работу по повышению урожайности в регионе. Виктория Чиркова, Улправда ТВ.